Итак, друзья, всем привет, посетители моего канала. И сегодня мы сделаем небольшой обзорчик на некоторые продукты, а именно на протеин Ванситон. Вот, называется у нас тут Ультрапром. Высококонцентрированный сывороточный белок. Что касается вкуса, кстати, то вкус очень даже неплохой, вишневый. Типа новый, короче, у них вышел вкус. Мне довольно-таки понравился. По составу у нас здесь, такие вот дела, значит, белки у нас здесь 79 граммов на 100 грамм, углеводы 3 грамма на 100 грамм, это, кстати, очень хорошо, очень мало углеводов. Так, жиров здесь 7 граммов и энергетическая ценность у нас 391 калория на 100 грамм продукта. Еще здесь, кстати, есть описание вкусов, которые есть в наличии у них, апельсиновый, банановый, корица, клубника, малина и шоколад. Ну, это мне, в принципе, понравился. Вишневый такой неплохой. И что самое главное, он очень хорошо растворяется в воде и не прилипает к стенкам шейкера. Что, кстати, на некоторых протеинах не очень прикольно. Раздражательно надо. Сидишь и вот шкрябываешь оттуда. Вот. И продается он в пачках по 900 граммов. Вот такой вот против. И по пятибалльной шкале я бы ему дал, наверное, твердую четверочку. Да, четверочку. Хороший протеин, можно покупать. Так что всем советую, ребятки, кому надо, берите. На сайте у Ванситона, кстати, можете прийти там на официальный сайт, его не проблема найти. Вот, я уже опробовал, поэтому рекомендую к покупке.